Давайте посмотрим, какие у нас уже кабачки. Вот такие уже большие кабачки у нас есть. Видите? Не только такие. Есть еще тут какие-то зеленые. О, еще другой сорт кабачков. Видите, какой зеленый. Видите? Кабачки. Вот такое у нас поле кабачков, кабаков. Тут же есть и арбузы у нас. Сейчас пойдем посмотрим. Я видел кабачки где-то здесь. Ой, кабак уже. Это тыква уже. Тыквы вот такие есть тут уже. О, вот видите, уже тыквочки вот завязываются. Цвести собираются. Вот такие уже большие плети пусти он. Видите, вот здесь. Вот тут вообще какой уже, да? Какая тыквочка уже растет он. Ой, да тут их много, тыквочек всяких. Ой, тыквочка растет. А? Ой, тут уже ходить просто не знаешь, где уже. Все уже это плетнями, скоро тут вообще все заплетет. Все полностью. Плетни, плетни будут. Да? Вот. Ну, тут у нас мы посадили арбузы, которые у нас не зашли. Мы их подсадили, вот они опять зашли. Хорошо так зашли в этот раз. А в тот раз я посмотрел, у нас оказывается арбузы и все дыни кто-то съел. А съел этот, как его называется, забыл, как его зовут опять. Все время все забываю, память плохая. Ну вот. Все время забываю. Вот пойдем дальше посмотрим. Так. Вот тут у нас граница. Здесь кукуруза вот так насеяна. Два ряда. Отгранились мы от кабачков, от кабаков от этих. И вот здесь у нас растут арбузы, которые только начинают расти, как вы видите. Вот они. Но, по крайней мере, они уже начинают расти. Это хорошо. Где-то еще только всходят вот так арбузики. Вот. Где-то уже большие. Вот, здесь у нас вот три ряда арбузов. И потом опять кукурузы. Вот такое забор от кукурузы. И здесь у нас опять идут дыни, кабачки. Вот это кабачки опять вот растут. Дыни мы подсадили. Не знаю, успеют, нет. Но говорят, что успеют еще вырасти дыни. Но мы их посадили. Видите? Вообще буквально неделька. И уже можно будет кабачки есть и жарить. Вот видите, сколько их тут растет. Много. И не только жарить, и поросят кормить. Тут всем хватит. И птицы. И всем. Вот тут вообще, видите, один на одном просто растут. Просто, видите, очень много кабачков. Очень много. Вот. Ну, тут опять ничего-то не зашло. Мы натыкали арбузы. Да, пускай перепыляются между собой. Что вырастет, то вырастет. Сидят поросята. Видите, арбузики сходят. Сидят поросята, либо куры, утки. Животных много, все съедят. Вот такое поле у нас. Хожу, слежу, выглядываю все, высматриваю, пропалываю. Вон тут уже, видите, еще один сорт кабачков.
Видите, он какой тут уже пятнистый. Ну, сортов всяких разных много насажено. Как говорится, с дури сажали, что попало. Ну, вот такой энтузиазм у нас. Вот. Вот такие уже огурчики. Есть только еще всходят. Они посажены с кукурузой. Вот. Что-то мы подсаживали еще, потому что огурчики не все взошли. Вот. Здесь будет вот так она с кукурузой расти. Эти огурчики будут. Как бы, чтобы затеняло их. Эти огурцы, чтобы были в тени. Вот. Тут также купили вот такую штуку накрыть помидоры, чтобы под солнце. Сейчас у нас помидорчики как бы в тени там прятаются от солнца. Вот. Пойдемте посмотрим сейчас, какие у нас уже помидорчики, какие завязи уже есть. Вот тут уже, видите, завязываются помидорчики. Вот уже завязи помидоров. Сейчас будут все наливаться, наливаться помидорчики наши. Вот. Ну, здесь лучок растет. Ну, лук такой добротный, хороший, крупный лучок. Также вот наши помидорки в ямках, которые... Вот они вот так растут у нас в ямках. Видите, приживаются все. Будем смотреть, как лучше сажать. У нас еще есть вот такой лучок. Сажали мы его с осени. И как видите, вообще классные такие луковицы. Вот смотрите, заметьте луковицу насколько. Какая здоровая. Видите, ладонь моя и луковица. Вот такой лучок. Этот лук был посажен с осени. Видите? Видите? Просто такая луковица. Вот. Так, я вот хочу сейчас как раз с вами вместе копнуть картошки, посмотреть, что у нас уродилось. Да? Давайте посмотрим. Опа! Вот такая картошка у нас уродилась. Сейгот. А, видите? Вот все тут, да? Все? Все. Так, давайте еще одно гнездо, второе копанем. Чтоб вы видели. Видно вам, да? Ну, сейчас второе гнездо еще. Помню слова одного блогера, что картошка на юге не растет. Нет, растет она. Еще как растет. Но она только-только еще отцвела. Ей еще расти, нарасти. Все, пусть она растет, картошка. Видите, земля, правда, сухая вся. Вообще ужас. Ужас, какая, видите. Земля просто сухая. Вот видите, все просто сухо.
все ужас.